Это видео задумано для того, чтобы сделать вот такую плату. Эту плату мы должны сделать кругами и ее закрепить на токарностанок. С токарностанка должны получить вот такие кольца. Эти кольца мы должны получить много штук, 3 штуки. И потом эти кольца должны склеить вот такую тарелку. Не правда ли сложно? А потом все это обработать на токарном. Давайте приступим. Значит так. Клей у меня вот такой. Другого пока весь нет. Так, если мы склеиваем, смотрим, нет ли никаких заусенцев. Так, это с этой. Это с этой. Так. Разверну к вам лицо. Смотрите, получается, что здесь нужно обязательно выровнять. Клеим неровно. Так, здесь обязательно должен быть угол хороший состыковаться. Так, 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 это у нас вот так. Это сюда. Так. Это сюда. Можно еще раз подтянуть, и у нас получается вот такая конструкция. Итак, все 4 штуки склеиваем. Ну вот, склеены у нас 4 детали. Теперь эти 4 детали нам нужно подогнать. Будем склеивать по 2. Потом шлифанем и подгоним. Вот, установил вот таким вот макаром прям в этот верстак свою ленточку. Собираюсь шлифовать вот эти места, не лицевые, а те, которые будут ложиться на стол и потом стягиваться. Шлифаем. Склеиваем. Еще подтянем. Здесь у нас щель большая. Что у нас? Thank you.
Ну вот, вроде бы подогналось все. Увеличим, посмотрим, как, насколько, что.